Здравствуйте! 20 апреля 24 лунный день созди Барсова с элементом Земли. День священнослужителей благоприятен для медитации, размышлений, печатания книг, для обучения высшим знаниям, точным наукам, давать наставления, принятию учения, обеты, клятвы, в дальнюю дорогу, определять место строительства, призвание благосостояния, проявление щедрости, стать меценатом, борьбы со зависимыми болезнями, навещать, встречаться с близкими, устранению негативных проявлений. Ребенок, родившийся в этот день, будет многоречивым, зависимым с талантом к прикладным искусствам. День неблагоприятен подписанию контрактов соглашения в сотостве. Благоприятен для людей, родившихся год змеи и курицы, неблагоприятен годам дракона, собаки, овцы. На их березке диважен дуване, очуване сунды, дынкур дуване, комбок морские сыны. Верьте в себя.